Друзья, привет! Ну что, мы теперь уже в своем городе. Решили показать вам ночной парк. Вы уже этот ролик видели, но когда он был, так скажем, в светлое время суток. И сегодня мы с Анечкой, которая не хочет сниматься. Ну ладно, не хочет и не хочет. В общем, идем в этот парк, чтобы показать вам красоту этого парка ночью. Конечно же, камера не передает всей красоты, то, что мы видим глазами. Вот эта беседка, сейчас я повернусь, чтобы камеру не переключать. Помните, беседка в стиле ирландского кружева? Вот так фиолетовым огнем она горит вечером. Очень красиво. Вот, сейчас пройдем вниз, посмотрим на красоту парка, нижнего парка, центрального парка города Чаплыгин. Ну и в этом ролике я постараюсь включить свое первое посещение. Нет, неправильно сказала, не первое посещение, а день, когда я приехала сюда и уже получала ключи от своего собственного дома. То есть там нужно было его оплатить, получить ключи и уже ехать вселяться. И вот этот ролик вы увидите дальше. Так что не отключайтесь. Думаю, что будет интересно. Там будет Троицкий собор. В общем, красивая прогулка днем. Ну а сейчас пока погуляем вечером. Покажу вам. Меня и Анечку вы уже видели. Сейчас переключусь на фронтальную камеру, чтобы показать всю красоту ночного города Чаплыгин. Конечно же, огни как-то все немножечко засветляют. Вживую это смотрится по-другому. Ну, может быть, со временем я, может быть, куплю камеру подороже. Вот эти мишки, которые я вам тогда показывала. Вот эта трансформаторная будка, которая сделана в таком вот стиле с башенками, в готическом стиле, скорее так будет правильнее сказать. В общем, город живет и днем, и ночью. Дом Меньшикова. Вот эти мишки вот так вот смотрятся. Кстати, мы ни разу туда не спускались. Давай спустимся хотя бы вечером. Надо будет как-то посетить этот музей. Он действующий. Сейчас вот мы все-таки к нему спустимся. Вот здесь вот такая красивая, ровная тротуарная плиточка с ступеньками. Сейчас вот я покажу вам крышу, чтобы вы не ступеньки смотрели, а все-таки дом Меньшикова. Все в фонариках, все подсвечивается. Там есть табличка. Ой, как же красиво это смотрится вечером. Обалдеть! Нужно будет как-то выбрать день и сходить все-таки в этот музей. Очень красиво. Видите, везде огни, везде чистота и порядок. Класс. Даже для мамочек сделаны вот здесь вот специальная дорога такая. Вот так вот это смотрится. Очень красиво, впечатляюще. Класс. Вот так. Ну, наверное, туда не пойдем или здесь пройдем, Ань? Здесь пройдем, да? Сейчас я попытаюсь уменьшить. Нет, не хочет уменьшаться. Вот.
Да, огни немножко мешают просмотру. Какие-то очень яркие. То, что я вижу глазом, конечно, намного красивее. Я не знаю, как подсвечивается ли этот нижний парк. Но вот эта дорожка, аллея, вернее, из арок, которые на Новый год будут все в гирляндах, а летом это все будет оплетено розами, розовыми кустами. Вот, кстати, вот этот куст розовый. И потом все это плетется вот по этой арке. В общем, этот парк не менее красив вечером и днем. А вот там, посмотри, как красиво. Ты видишь закат? Это, походу, там металлургический завод. Волчанский тоже так светится. А это не закат ли? Нет, закат уже давно прошел. Ну, это в Липецке, наверное. Металлургический завод, правильно. Там был один комментарий, кстати, по поводу того, что я не изучила историю города, что здесь воняет крахмальный завод. Друзья, я жила в городе Брянка 28 лет. И у нас в 7 километрах был город такой, раньше Коммунарск, сейчас Алчевск. И там был металлургический завод. Да. Так вот, даже в Брянке мы видели зарево от этого завода. Зарево и не очень хороший запах. Поэтому меня не пугают крахмальные заводы, если честно. Потому что это лучше. Я буду нюхать этот естественный запах крахмала. Может быть, он не совсем и вкусный, но это не химический запах. Поэтому, уважаемый комментатор, который написал мне этот комментарий, я в курсе, во-первых, всех этих заводов в городе Чаплыгин. Только поверьте, в каждом городе есть какой-то неудобный объект. Если взять город Москва, то это любое шоссе, где выхлопные газы, поверьте мне, они больше влияют на ваше здоровье, нежели этот крахмальный завод. Поэтому я все это знаю, и меня это не пугает. Вот этот кораблик. Это кораблик-фонтан. Проедет. Вот так это смотрится вечером. Хотели пройти вот в эту верхнюю беседку, которая смотровая площадка. Ну, там была вот молодежь, мы не пошли. Ань, ну там не очень хороший вид будет. А вот так мы видим нижний парк. Посмотрите, все в огнях. Все очень чисто, прилично. Вот вход в этот парк. Все в огнях. В огни вот просто на камеру это сплошное светлое зарево. Конечно, наш глаз видит совершенно другую картину. И она очень красивая. Ну вот, друзья, немножко показала вам ночного города Чаплыгин. Ночной парк. Наша вечерняя прогулка. Дальше не переключайтесь, посмотрите мою прогулку. Это, по-моему, было 16 октября. Это день, когда я получила ключи от собственного дома. Ну что, друзья, посмотрите на эту красоту. По-моему, называется Троицкий собор или храм. Сейчас подойдем, посмотрим. И с той стороны открывается красивая площадь. Это я сейчас иду с МФЦ и с этой стороны вам показываю. Какой же сегодня хороший денек. Березка такая красивая. Очень красиво. Смотрите.
я сейчас пройду на территорию, чтобы не из-за забора показывать. Пройдем вокруг этого храма. Березонька уже вся желтая. Сейчас немножко в другую сторону покажу вам, какие здесь домики, магазины. Мне так непривычно, вот в этих всех маленьких одноэтажных зданиях, максимум двухэтажных, находится все: магазины, парикмахерские, ну все, короче, адвокаты. О, красота! Какая мощь! Смотрите. Город чистый, город яркий. Все домики ухоженные. А вот как раз вот этот рынок. Видите, я не знаю, видно вам или нет, сельскохозяйственный рынок написан. Вот за этим рынком находится отель «Базилик». Даже не знаю, доберусь ли я, вот добралась до конца. В руках держит весы. Наверное, как знак, что в этой жизни должен быть баланс, должно быть равновесие. Да, впечатляет. Впечатляет этот храм. Я такой букашкой себя чувствую, заглядывая вверх. Это просто мощь. Посмотрите. Вот. Все, сейчас выйдем. Вот вдалеке виднеется салон «Уют», салон мебели. Пожалуйста. Россельхозбанк, «Пятерочка». Смотрите, какая чистота. Обратите внимание на эту чистоту в городе. Я очень рада, что совершенно случайно меня судьба забросила в этот город проездом. И уже тогда, в этот день, я решила, что я буду искать здесь себе жилье. Так. Очень красиво. Очень чисто. Вот так. Так смотрится этот храм. И здесь вот такая площадь, что-то там реконструируется, обтянуто. Вот уборщица или уборщик ходят, метут, убирают. Вот такая пергола, скамеечки, детская площадка, там вот всякие лазалки. Смотрите, какая чистота. Как красиво. Вот, колокола, слышите? Но это не в этом храме, это откуда-то издали доносится, из центра города, скорее всего. Такие скамейки. Очень популярны у них вот такие вазоны для деревьев. У них, теперь у нас. Теперь у нас. Вот сельскохозяйственный рынок. Боже, как приятно слушать колокольный звон. Вот оттуда доносится. Не из этого храма, нет. Вот уже в который раз я попадаю на колокольный звон. Наверное, как Божье благословение на мое проживание здесь. Сцена здесь, видимо, какие-то концерты проводят. Посмотрите, какие красивые елочки.
Ну, летом здесь цветы уже пожухли, был мороз. И вот Сергей Алексеевич Чаплыгин, в честь которого был переименован город Раненбург. По-моему, после войны сразу. Немецкое название на немецкий манер Раненбург. В общем, понятное дело, была ненависть к немцам. И переименовали этот город. Город Чаплыгин. Вот так выглядит Сергей Алексеевич Чаплыгин. Вот про это я вам говорила. Здесь вот и конструкция какая-то. Либо закрыли какое-то разваленное здание, ну, чтобы было более-менее приятно глазу. Скорее всего, будет под снос. Вы не видите, а я за этой... Ну, это тряпчаный такой. Вот видите, ветер дует, видно, что это тряпочка. Я вижу, что там уже, скорее всего, будет под снос. Ой, какие красивые домики. Не знаю, что это, потом буду знакомиться. Вот там опять банк. Такие красивые ели. В общем, я даже в этот раз выбрала правильный отель. К МФЦ от отеля, где я забирала только что документы, буквально 5 минут, может быть, даже меньше. Понравился отель. Единственное, я говорю, он не презентабельного вида снаружи, но достаточно уютный внутри. И постоянно он занят, пользуется популярностью. Так что лучше бронировать заранее, если кто-то поедет. Я бронировала заранее через Booking.com. Вот, и меня ждали. Ой, как же мне здесь нравится. Вот, хлеб, торты, пожалуйста. Кованый балкончик какой. Вообще ковка мне очень нравится. Вот, Совкомбанк, халва. Ой, красота красивая. Одним словом, красота красивая. И опять повезло мне с погодой. Лешику звонила, а он говорит, в Москве у нас пасмурно, никакого солнца. Я говорю, я его забрала в Чаплыгин. Вот, пожалуйста, все работает. Банки, магазины, уже открыто вот авто. Велосипеды. Очень хороший городок. Так что, друзья, если у вас сейчас стоит вопрос с переездом. Ой, собачки, быстрее, быстрее, быстрее. Посмотрите этот город. Здесь, конечно, малый выбор домов, квартир. Здесь мало что продается на самом деле. Ну, как вам сказать? Подороже-то можно найти, а вот вложиться в бюджет – это уже сложнее. Вы меня там спрашивали, Лена, вы через риэлтора искали? Ну нет, искать вы будете сами. Есть такая программа, приложение Циан и Авито. Ну, на Авито я вам не советую, там как-то... больше всяких непроверенных документов, там обычно дома, квартиры продаются с какими-то недоделками в документах. Уже много раз сталкивалась с этим. За 3 месяца поиска я уже поняла. А ЦИАН более-менее, так скажем, и проверка документов идет изначально при подаче заявления на продажу. Поэтому я нашла на ЦИАНе этот свой дом и позвонила. Дом продавал риэлтор, зовут его Андрей Демин. Если кому интересно, может быть, вы тоже с ним встретитесь. Порядочный, очень внимательный, он мне и с переездом помогал, находил здесь грузчиков, потому что мы погрузили в Москве. А здесь-то разгружать надо. И вот Андрей организовывал мне разгрузку. Поэтому я рекомендую вам этого риэлтора. Работает он
в агентстве недвижимости, по-моему, называется «Квартирный вопрос». Если я не ошибаюсь, я потом вам скажу точно. Кому интересно, могу оставить его телефон. Пишите куда-нибудь мне в личку. В общем, я покупала дом через этого риэлтора, но искала я его сама. Вот уже, смотрите, кафе. И, вернее, это магазин «Наша ферма». Я так поняла, здесь продаются такие более чистые товары, экологически чистые. Вот ювелирный, пожалуйста. Вот. Все работает. Так, надо уходить, потому что здесь музыка играет. Как бы мне не забанили. Бриз, магазин бытовой техники. Видите? Какой красавец. Аптечный. А, как раз на этой улице, она одностороннее движение, вот здесь вот мы и попали. Вот здесь вот мы разворачивались в срочном порядке. Нас прикрывала газель. Спасибо этому водителю, который подсказал. Вот. Так что город живой, город чистый, город уютный, город небольшой. Что для меня немаловажно. Здесь всего, по-моему, 11 или 14 тысяч населения. Вот. Вот рынок уже работает. В общем, красота красивая. Иду гуляю. Мне нужно дождаться 10 часов. Потом опять по делам. И уже потом из отеля забираю свои вещи и еду в свой дом. Ой, ну вообще даже не хочется выключать камеру. Так здесь все красиво. Очень классно. Просто супер. Перекресточек. Куда ни глянь, везде чистота. Везде порядочек. Хороший городок. Очень хороший. Друзья, решила показать вам отель «Базилик». Это отель в городе Чаплыгин. Находится на улице Свердлова. Не помню номер дома. Отель эконом-класса. Все достаточно прилично. 1200 стоит вот такой вот номер. Есть двухместные, одноместные. Я заказывала одноместные, но получилось так, что, в общем, не было одноместных, и меня за эту же сумму вселили вот в такой двухместный номер. В принципе, все культурно. Здесь, правда, деревянные окна, но можно открыть, есть сетки. Там за окошком есть рынок. Здесь вот старое здание, за старым зданием рынок. Вот такая штора. Сегодня у нас солнечно. Сегодня я получаю ключи от своего дома. В общем, ночь я уже здесь провела. Телевизор. Правда, я не смотрю телевизор уже 20 лет. Он мне не нужен. И что я взяла себе на вооружение, это вот такие обои. Тканевые, то есть это ткань. Очень красиво смотрится, богато. Вот. Что здесь? Здесь есть вот такое зеркало. Кстати, тоже взяла идею на вооружение. У меня есть старые зеркала со шкафов, которые я не выкинула. Посмотрите, какая простая и очень удобная вещица. То есть зеркало, приклеенная к ДСП панели, и вот такие вот крючочки, вешалка. Очень удачное решение для маленькой прихожей. Можно, конечно, что-то еще пофантазировать, но мне кажется, классная вещь. Ну и там туалет. Да, кстати, в этом отеле выдают еще одноразовые тапочки.
есть, кстати, кухня в этом отеле, но не в номере, а отдельная. Там даже стоит стиральная машина. Если там никого нет, я сейчас вам поснимаю и покажу. Ну и здесь санузел. Итак, санузел. Плитка, полотенце, полотенце на пол. Конечно, немного такая, не такая шикарная, как в отеле наш отель, мини-отель, в котором мы раньше были с Аней, но там и дороже. Там номер стоит 1800, здесь 1200. Маленькая раковина. Это я. Вот. А, здесь еще есть фен, друзья, видите? В том отеле в более дорогом фена не было. Вот, так что я рекомендую. Сантехника достаточно чистая. И внутри, и снаружи все работает. Ну, что еще нужно для одной-двух ночей? Вот, все залито светом. Сегодня солнечно. Город меня приветствует. Наверное, город меня принял. Ой, а вот посмотрите, какая картина. Это город Чаплыгин. Вот. В общем, жители этого города любят свой город и трепетно относятся к чистоте, к порядку, помнят историю. Вот две тумбочки. В общем, друзья, я рекомендую за 1200 за ночь. Я думаю, что это недорого. Так что это был отель «Базилик». Решила пройтись по коридору. Здесь немного номеров на самом деле. Вот сейчас, если на кухне никого нет, я сниму. Вот такая кухня. Ребята завтракали, кстати, в этом отеле делают завтрак. Здесь можно все. Видите, даже стиральная машина стоит. Вот мне вот эти нравятся. Вот эти штуки. Посмотрите, какие здесь стены. Я имею в виду толщина. Видите, ширина стены, старое здание. Ой, как здесь тепло, уютно. Еще один столик, микроволновка. Ну, в общем, здесь можно жить. Ну и спускаемся вниз. Вот сейчас я, куда я дела. Ключ чуть не забыла закрыть. Это номер моего номера. Все, я иду гулять по городу. Вот администратор здесь. И спускаемся вниз по лестнице. На самом деле отель внутри намного выглядит лучше, чем снаружи. Это вы можете и в отзывах прочитать. Но, я говорю, бюджетный вариант очень даже неплох. Сейчас я покажу, как он выглядит снаружи. Это вот рынок, там вот храм виднеется. Вот так вот выглядит отель снаружи. Второй этаж, это вот как раз окна отеля. Погода шепчет, сегодня солнечно. В общем, я иду получать ключи от своего дома. Если будет что-то интересное, я, конечно же, включусь и вам покажу. Ой, какой красивый храм. Хорошо, что выключилась. Вот, по-моему, это Троицкий храм, по-моему, так называется.
И все небо исполосовано химтрейлами. Очень-очень жаль. Ой, смотрите, город еще спит. Класс. Очень красиво. Очень. Ну что, друзья, вот я и пришла к себе домой. Какая-то стая птиц летит, приветствует меня. Даже не знаю, кто это.